Buenos, ah. что всем добрый день, ноябрьский, дождливый, неожиданный день. Мы с вами собрались, как вы можете догадаться, в Университете науки и технологий МИСИС и поговорить про технологическое предпринимательство. И, наверное, нужно будет некоторое время уделить тому, что мы понимаем под этим словосочетанием. И с вами сегодня будет Лев Голицын. Он директор Центра исследований больших данных Университета МИСИС и один из идеологов, евангелистов, авторов вот и нашего подхода и самой платформы, которую мы разрабатываем и будем улучшать по итогам этого пилота. И кто еще рядом с вами, Лев Викторович? Рядом Андрей Воронин, проректор по образованию университета МИСИС. Я, кстати, уже не директор, по-моему, центра исследования больших данных. Ну, смотря как вы сегодня проведете мероприятие, мы решили. Кадровые вопросы мы решаем быстро. Недавно открыт НОЦ цифровые решения, куда вошли три центра центр искусственного интеллекта центр исследования больших данных и центр интеллектуальных транспортных систем а я вот как раз этот нос возглавляю все ну, так, все так но только я исполняющий обязанности про по образованию Вещь Вещь. я тоже не попал да вот такие мы собственно готовились к мероприятию кстати к слову вот весь сценарий чтобы вы понимали, что все, что мы будем говорить, от чистого сердца, потому что тематика, которую мы сегодня перед вами хотим обсудить с нашими уважаемыми партнерами, в нашем подходе и наверное, слово предпринимательство, а особенно технологическое предпринимательство словосочетание в университетской среде, наверное, во-первых, этому уже много-много лет. Воспринимают это многие как акселератор, инкубатор демо-дни, когда выступают значит, после хакатонов и прочих 48-часовых удовольствий ребята, команды, которые генерируют задачки на лету, делают презентации по этому поводу, питчатся и много-много других слов. У нас немного по-другому, но, наверное, мы это в следующей части скажем. А сейчас, наверное, стоит. Упомянуть место, в котором мы находимся. Все ли знают, что это за место было раньше? Кто знает, что было здесь раньше? Просто фан-факт интересный. Вот даже гости знают. Да, уважаемые студенты, правда в том, что мы с вами находимся, наверное, в одном из самых назову это так, неформальных пространств Москвы в свое время. Когда я учился в университете МИСИС, здесь собирались все панки нашего Отечества. И, в общем, это бывший рок-клуб. Теперь вы, наверное, можете догадаться, почему это называется точка рождения инноваций, потому что вот эту э, легендарность, да, и силу места решили сохранить, в том числе и в названии, в нейминге. Но факт остается фактом. Если вы сейчас оглянетесь по сторонам, то узнаете э, да, очертания рок-клуба, можно здесь зажмуриться и представить как, не знаю, киши, тараканы и, и не знаю, что вы сейчас слушаете из этой э, субкультуры. В общем, это все было здесь. И, э, вот такой вот разогревающий фан-факт. А вы что, не знаете про это? Вы как все а -а -а. здесь оказались вообще? Вы же я, здесь недавно. Я вообще случайно и сразу перейду к целям, чтобы мы сохранили темп. Факт классный. Цель нашего сегодняшнего мероприятия, чтобы все одинаково ее понимали, их три. Первое чтобы было понятно, как работает студенческое технологическое предпринимательство в МИСИС, какие задачи, цели мы перед собой ставим, и чтобы эта история развивалась, развивалась быстро, и вам было понятно, удобно, вы понимали, что ожидать, если вы подаете сюда проект. Поэтому сегодня будут финалисты первого набора со своими питчами выступать, рассказывать, как у них все прошло, что получилось, что не получилось. Поэтому в финальной части сегодня будут Индустриальные партнеры рассказывать про свои задачи, на которые вы сможете заявиться, и поэтому сейчас в начале с приветственным словом некоторые наши стратегические партнеры выступят, чтобы по факту просто рассказать, почему им интересно студенческое технологическое предпринимательство, чем они занимаются и где там точки соприкосновения. Я поэтому предлагаю первого человека с приветственным предлагаю словом. Предлагай, делай. Давай Прошу. я тогда, да. Архангельский Виталий, директор дирекции прикладных проектов. Оно инновационный инжиниринговый центр. Это инжиниринговый центр на практике, насколько мне известно. Ну, Виталий, вам слово. Здравствуйте всем. Да. Сюда чуть поближе. У нас прямой эфир. Да. Я, наверное, продолжу вот эту хорошую традицию ошибаться с должностями. Я на самом деле не директор дирекции прикладных проектов, я директор дирекции судостроительных проектов. Но суть это не меняет чем только не приходилось заниматься. Но у вас же не теоретическое судостроение, практическое же. Как сказать? Скажу еще. Теоретизируем больше, чем практикуем. Ну и практикуем тоже. А, да, меня уже представили. Компания называется автономная некоммерческая организация инновационный инженерный центр. Являемся дочерней структурой компании Практика. А, наша миссия, миссия, которая заключается в решении задач, технологических задач, Крупных российских корпораций силами отечественного же бизнеса, она в целом, как мне кажется, созвучна теме сегодняшнего мероприятия. Ну, разница, ключевая разница, заключается в том, что мы все-таки беремся за достаточно крупные задачи, и мы доращиваем до требований, которые выдвигает корпорация к технологическим решениям, доращиваем эти решения с использованием механизма грантовой поддержки который идет по постановлению правительства номер 392, можете записать от 17 не изменяет память, марта прошлого года. Этот механизм сейчас вовсю действует. По этому механизму российские компании, которые делают или собираются делать продукцию в интересах крупных корпораций, они могут получить грант в размере до 250 миллионов рублей при соответствующем софинансировании. Вот. Поэтому задачи, которые мы решаем для корпорации, применяя этот механизм поддержки, они, естественно, находятся на, ну, решении, точнее, они находятся на достаточно высокой стадии технологической производственной готовности. Но, тем не менее, поскольку мы все понимаем, что в рамках любой задачи, крупной задачи, есть, соответственно, более мелкие подзадачи, которые могут решаться уже силами, соответственно, и научного, и студенческого сообщества. И э, любое решение технологическое, которое мы в рамках своей работы поддерживаем, оно также, естественно, когда-то начиналось с работы, исследований, разработок, которые проводились с научным сообществом. Поэтому интерес участия в, в текущем мероприятии, вот у меня лично, он заключается в том, чтобы понять, во-первых, какие есть компетенции у научного и студенческого сообщества. Ну и второе, каким образом мы эти компетенции сможем использовать в рамках наших проектов, которые мы реализуем в интересах крупных корпораций. Ну и вообще хотелось бы понять, какие задачи сгружаются крупным бизнесом, научному и студенческому сообществу. И как вы вообще коммуницируются, как могут корпорации коммуницировать со студентами. Вот так вот скажу. Поэтому большое спасибо организаторам за приглашение. Спасибо. Спасибо большое, Виталий. Я правильно услышал, я несколько вопросов задам, чтобы у нас... Я правильно услышал, что хорошая команда, решая задачу конкретного индустриального партнера, который будет питчиться дальше, фактически может потом претендовать на то, чтобы в какой-то комплексный проект у вас встроиться, получить от вас софинансирование или по факту грант. Решая и там масштабируя дальше эту историю. Ну, то есть, фактически, может превратиться из там малого стартапа в крупный бизнес. Так точно. Но путь от малого стартапа до крупного бизнеса он на самом деле вот далекий тернист, поэтому варианты участия в конкретных проектах, на мой взгляд, они могут быть совершенно разные. И можно подключиться на скажем так на более ранней стадии. То есть, условно, есть корпорация, заказчик. Есть крупная, достаточно крупная компания российская, которая предлагает для этой корпорации решение. Это решение, оно требует доращивания. Не просто готовое решение, понятно, иначе бы проекта никакого не было, если бы было. Можно пойти в Яндекс.Маркет и купить там готовое решение. Соответственно, в рамках этого доращивания могут подключаться уже научные коллективы, малые технологические компании и отдельные лица и исполнители, которые обладают определенными компетенциями банально в рамках каких-то договоров. Понятно, которым это интересно, которые видят в этом перспективу, хотят этим заниматься и хотят на этом заработать. Так точно. Понятно. Но... У меня вопросы закончились, Андрей. Нет, только могу подтвердить пару тезисов Виталия о том, что он здесь посмотреть на формат работы крупных компаний и студентов. Строго говоря, ответ неочевидный. И вы, находясь в университете, наверное, очень мало поводов взаимодействовать с крупной компанией. Вот мы сейчас как раз хотим сделать технологию, которая позволит вот этим поводам, да, вот этим касанием случаться как можно чаще. Но мы об этом поговорим. Поэтому только могу поддержать очень правильную мысль. Очень правильно, что вы именно за этим пришли. Надеюсь, что студенты тоже за этим. Спасибо. Спасибо, Виталий. А я дальше хочу пригласить девушку. Первый, зам... надеюсь, правильно, кстати, прочитаю этот вопрос, да? Кто писал? Да, вроде бы одна страничка, но мы уже ошибаемся в каждой строчке. Первый заместитель генерального директора федерального центра прикладного развития искусственного интеллекта при Минпромторге Российской Федерации Мухин Мария. Я угадал? Спасибо. Да, угадали. Не ошиблись, коллеги. Здравствуйте. Я делаю акцент на то, что коллеги, потому что я начну с того, что у нас главное слово в наименовании организации, которую я представляю, это прикладное. Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта. Нас не интересует маркетинг. Несмотря на то, что когда наша организация появилась, первое, что мы сделали, мы вышли на рынок и начали смотреть, какие решения на текущий момент есть, что коммерческий сегмент может предложить федеральным органам исполнительной власти, регионам. И, конечно же, предприятиям промышленности. Мы столкнулись с тем, что, наверное, 90% решений, которые мы отсмотрели, это лютый маркетинг, внутри которого очень мало понимания, что такое искусственный интеллект, что такое машинное обучение. Еще меньше специалистов внутри команд, которые продают решения и заявляют о том, что они готовы внедрять эти решения. Основные направления деятельности организации, которые я представляю, это внедрение искусственного интеллекта в Минпромторг России и на предприятия промышленности. Поэтому первое, зачем я здесь, это посмотреть, какие решения, какие идеи вы можете предложить и насколько они действительно применимы в реальной жизни и государства, и промышленности. А второй блок, наверное, которым мы могли бы быть вам полезны, а, у нас есть центр коллективного пользования Минпромторга по искусственному интеллекту, а куда вы, уважаемые студенты, уважаемые стартапы и миссис, могут приходить для а, получения дополнительных мощностей, ресурсов, компетенций а, в тестировании ваших решений, наработок, апробации различных моделей и так далее. И третье, что, наверное, тоже вам в перспективе будет интересно, так как у нас на текущий момент студенческое техпредство, которое, я надеюсь, у каждой из команд вырастет в полноценное коммерческое продвижение, у нас есть специальный инкубатор для команд, которые готовы и могут расти, предлагать решения для промышленного сектора. Наверное, все. Спасибо. Спасибо. У меня на самом деле Восторг, потому что все структурировано, понятно? Я Андрей, может, у вас есть. Да у меня только пожелание. Не бросайте нас с ними. Боюсь или радуюсь, но мне кажется, теперь мы с вами надолго повязаны. Надеюсь, что от команд будет тоже структурировано, четко понятно и welcome. Лучше Спасибо. Кто там еще у нас, Лев? Давай, может, ты объявишь? Ты думаешь, типа, я не ошибаюсь, поэтому лучше мне. Ладно, давайте еще поэкспериментируем. Директор дирекции проектов фонда развития НИР. И на практика Нет? Не угадал? Ах, сейчас Трифонов Марк меня поправит. Аплодисменты. Да, всем привет. Да, на самом деле все правильно было. Вот, там просто перепутали слова. Я имею в виду порядок. Марк Трифонов. Ну, практически. Вот. А, собственно, я представляю компанию на практика Мы не государственный институт развития, и, по сути, наша миссия — это мы как раз помогаем развиваться студенческому предпринимательству, в том числе. Вот. Мы запустили большое количество акселерационных программ, и, собственно, здесь сюда мы пришли как партнеры для того, чтобы тоже помочь этой истории масштабироваться и расти не только в но и вглубь. Вот. И, честно говоря, в первую очередь мы видим ценность того, что давать новые кадры для инновационной отрасли и, собственно, соединять промышленность, ну, сам бизнес именно с наукой, с вузами, для того, чтобы в этой синергии получались поистине уникальные продукты. И, собственно, акселераторы как один из примеров, наверняка, таких инструментов, которые наиболее, наверное, эффективно помогают этим соединениям случаться. При этом э, мы пробовали разные типы, начиная от того, что как бы, это может быть technology push, когда мы ждем, что кто-то придет к нам уже с готовым решением, так и market pool, когда мы, наоборот, собираем решение на базе какого-то запроса. И вот здесь вот история, которая, возможно, станет новым витком развития market pool акселераторов, наверное. Вот, э, потому что она очень гармонично, скажем так, вписывается и с деятельностью вуза, вот, ну и, собственно, с работой с партнерами, которые уже есть вокруг самого вуза и вокруг этой всей экосистемы. Поэтому, как всегда, очень хочется посмотреть в далекое будущее, пожелать всем дерзать, не бояться, потому что вот такие, собственно, программы, они помогают наверняка не только расти командам как специалистам, но и в том числе двигать прогресс и науку вперед. Спасибо. Спасибо большое. Марк. Может, есть пример какой-нибудь компании, которая, вот прям вы считаете, классный стартап и, возможно, студенческий. Неважно, из России или не из России. Прям пример. А, ну, сейчас я скажу. Вот сейчас есть такая компания, она делает генетические тесты в России. И вот она. Атлас Генотек. Генотек. Вот. Генотек вырос на самом деле на базе э, акселератора научного парка МГУ. Вот тоже ребята собрались, там Мехмат был, по-моему, два человека из Мехмата и один из Биофак. И именно благодаря тому, что попали в акселератор, попали под правильный трекинг, под правильных экспертов, они сколотили компанию, которая сейчас вполне себе довольно конкурентная и работает на рынке. И как бы, все возможно. Вопрос в том, как бы, готовы ли вы двигаться вперед и готовы ли вы прислушиваться к мнению тех, кто вам помогает дальше двигаться. Вот пример. Спасибо большое. Со своей стороны, только хотел бы отметить, что и на практике компания, которая одна из немногих, да, и за это ценим, готова играть в долгую с университетами, несмотря на, на результат. Но результат мы дадим. Как мы это сделаем? У нас еще буквально минут 20 обсуждение. Для этого здесь стоят стулья, как те самые рояли в кустах, и я приглашаю их заполнить еще другим соучастникам. Хотел сказать участником, с Да, Давай соучастников пригласим. Давай. Разбаева Айканыш, руководитель, собственно, проекта студенческое технологическое предпринимательство. То есть Айканыш курирует. Пора выйти Из и тени. Процессы. Просим. И кто же, кто же еще, кто же? И кто Солодов же? Сергей Владимирович, где же он? Директор Института компьютерных наук. Миссис. Что-то вы как-то да скромно, скромно. Сергей Владимирович, я увидел, кто не хлопал. Да я сюда да, сдвинусь. Ага. Да уже присаживайся. Uh, у меня совсем-совсем короткая история, сразу вводная. Но постараюсь быстро, чтобы мы ваше время не занимали. Uh, я когда получал первое образование, инженерное обработка металлов давлением на Урале, это было безумно скучно, ну, по первости. И бесконечные расчеты, там расчеты печей нагрева, расчеты прокатки, обжатия. Вот это вот просто было какой-то такой поток для меня. Причем никакого интереса он особо не представлял. И мне просто повезло, что на практике я сначала попал вальцовщиком прямо в цех рельсобалочный, а потом разглядели во мне какой-то инженерный талант и перевели в техуправление. И вот когда я поработал полгода в техуправлении и от галлюцинаций, от того, что мне казалось, что это полная галлюцинация, перешел к реальным практическим задачкам по реконструкции. Вот этот вот период это было самое эффективное обучение, пожалуй, все еще в моей жизни. И то, что мы сейчас делаем, это на самом деле основное, чтобы вы научились мыслить проектно и доводить задачу до конца нет ни у кого ожиданий, что все из вас смогут сделать классные стартапы. Но некоторые смогут. И примеры будут уже сегодня. И многие примеры, которые сегодня не выступают, тоже есть. Но очень хочется, чтобы вы словили этот кайф, когда вы не просто учитесь, не читаете какие-то там скучные учебники или делаете скучные лабораторки, а у вас есть прикладное применение этим знаниям вы идете за ними, чтобы сделать как конкретную задачу. Если так у нас получится, то мы молодцы. А у нас в плане написано, что я кратко расскажу про конкурсный отбор? Я хотел да, задать этот вопрос, раз вы тут модератором решили стать. Здравствуйте, я модератор сегодняшней дискуссии и самой короткой, наверное, за всю историю этого университета. Обратил внимание, вначале сказали, что повезло стать вольцовщиком. Да, все верно. Ну, за запомните это. При этом он адекватный, я проверял дол долг долгие годы взаимодействия. Про да, сам в чем конкурсность, в чем вообще мы, ребят приглашаем, призываем участвовать. Что это за деятельность такая, как она не то чтобы регламентирована, с чего она состоит? Значит, есть платформа. Через неделю после этого мероприятия мы откроем набор в следующий поток. На платформе записи и краткая аннотация каждого, каждой задачи индустриального партнера и есть открытая тематика, где вы можете свою задачу предложить. Соответственно, в период конкурсного отбора вы можете туда подавать заявки или там же есть контакты обращаться с уточнениями. А после того, как, собственно, завершен будет сбор заявок от вас, мы не ожидаем говорю, сверхпроектов каких-то, мы ожидаем, что вы соберетесь командой внятной и четко скажете, что вы в рамках конкретной задачи хотите сделать. Дальше пройдет небольшая экспертиза и корректировка. В этом активно участвуют как раз и Каныш, и эксперты центров, которых мы привлекаем в зависимости от задачи. То есть где-то там Травянов привлекается, где-то, ну если это задача там технологическая или если айтишная, то эксперты центров, которые у нас в НОЦ, привлекаются к ней. Дальше мы помогаем вам додумать этот проект, и те проекты, которые мы считаем перспективными, и те студенты, которые у нас вызывают правильную обратную связь, они получают поддержку. Что есть эта поддержка? Ну, это несколько составляющих про это сейчас подробнее расскажут, как в образовательном треке, поэтому я не буду говорить. Но помимо просто экспертной поддержки, дальше мы стремимся к тому, чтобы то, что вы делаете, на всей цепочке развивалось. То есть э, помогаем, чтобы вы с этого смогли заработать, довести деньги, получить где-то гранты, поддерживаем самыми разными способами. Ну и, собственно, тоже такие кейсы уже и в первом наборе были. Там у меня все. Очень кратко, Айканыш, надо теперь под капотом то, что, а то красоту внешнюю сказал, платформа, задачки интересные, где-то что-то учитывается, а под капотом какая работа идет? Давайте я очень кратко расскажу про трекинг, что это такое, как это проходит, прям по шагам. Смотрите, значит, как только команда у нас проходит экспертизу, мы сразу же вот отобранные команде, которая идет на трекинг, трекинг назначаем трекера и ментора от бизнеса, который будет сопровождать реализацию проекта. И здесь ну, наверное вот из, из важных таких век стоит отметить у нас в первую очередь проходит установочная встреча где а, заказчики еще раз рассказывают цели задачи исходные данные какие есть ограничения как они видят а, конечный результат команды могут на старте позадавать а, все вопросы которые им интересно то есть у некоторых команд есть уже гипотеза как это выполнять и как раз венrad бизнес он а, для этого есть проекты, чтобы сразу да там от, от каких-то ошибок предостеречь ребят или дать ценные указания, какую-то свою экспертизу уже накопленную, потому что, скорее всего, заказчик уже по этим вопросам проходил там с разной степенью а, дальности действий в этом направлении. И после этого а, уже с участием трекеров, а, экспертов, мы, мы привлекаем экспертов в зависимости от тематики проекта различных, в том числе и заказчика, составляется календарный план. Он может иметь разную степень детализации, то есть есть ребята, которые, например, первокурсники, они не очень хорошо понимают, как проект реализовывать, но у них есть желание, мы составляем план более подробный. Если это аспиранты, то там больше, больше вариантов для инноваций, предложений от команд. Он такой менее детальный и больше содержит требования к результату какие-то характеристики. После этого мы уже приступаем к реализации проекта. Там все достаточно просто. И здесь, наверное, я все-таки подчеркну одну вещь, что есть трекеры. Это не те люди, которые следят за командами, ходят за ними и спрашивают про отчет. Это старшие товарищи команд, которые всегда на связи, могут ответить по всем вопросам. Раз в неделю общение происходит, но опять же в зависимости, как работает команда. У нас есть телеграм-канал, телеграм-чат мы создаем по каждому проекту, и канал тут тоже, кстати, есть, если есть какие-то вопросы. И команда в любой момент, в любое время, суток практически, могут написать сообщение, и трекер обязательно придет на помощь. Он либо пояснит, либо найдет экспертов, которые могут ответить на этот вопрос, оказать любую помощь, соответственно… К трекерам нужно обращаться и не, не переживать. Можно задавать абсолютно любые вопросы, и глупые, и умные, и какие угодно. И встреча с трекером, как уже ну, примерно раз в неделю проходит, можно чаще. И есть встреча с ментором от бизнеса. Минимум один раз в месяц ментор от бизнеса смотрит, что было сделано командой за месяц ну, дают какую-то оценку, рекомендация правильно ли, в каком ли направлении двигаться. Иногда еще подбрасывает там какие-то свои рекомендации, материалы, литературу какую-то, да, или просто экспертную оценку дает. С некоторыми командами, например, у нас один из финалистов Cyber Physics, встречи были гораздо чаще, это уже по желанию команд, и по, ну, это зависит от уровня включенности просто и команды, и ментора. В этом плане мы это не регулируем, это вот зависит от матча, который случился между командой и заказчиком. И, соответственно, фиксация результатов происходит на платформе нашей. Это нужно просто для того, чтобы вы сохраняли и фиксировали артефакты по проекту была возможность ретроспективного анализа, что было сделано по проекту, потому что э, все-таки вот команды, которые успешно закончили трекинг, это команды, которые... Э, Предлагали гипотезы, проверяли гипотезы. То есть всегда есть ветки, в каком направлении будет развиваться проект, чтобы всегда можно было вернуться, проанализировать, сделать работу над ошибками, что-то поднять. Ну, и к тому же мы всегда к концу проекта готовим аналитический такой отчет. У нас идет защита проекта финальная перед заказчиком. И это очень помогает оттуда информацию собрать, структурировать, проанализировать и так далее. Ну и, соответственно, так как трекинг у нас идет 6 месяцев, у нас есть еще некоторое время для неспешной упаковки проектов, сбора справок, анализа каких-то генераций, предложений, что дальше можно сделать с проектом и подготовка ну, в случае успешного завершения к такому демо в котором можно всем рассказать, что они делали во время своего проекта. Тут еще поясню, что проекты по сложности бывают разные. Некоторые занимают один цикл, то есть один раз шесть месяцев. Некоторые могут занимать несколько циклов в зависимости от сложности. То есть это будет ну, промежуточная такая защита перед заказчиком. И в случае, если все удовлетворены и задачи по проекту еще есть, мы можем переходить уже на второй цикл. Как это все совмещается с образованием? А про это нам расскажет На самом деле здесь есть индивидуально-образовательные треки. И насколько мы знаем, у всех институтов своя и политика, и подходы. Кстати, спасибо большое Сергею Владимировичу. Я думаю, Сергей Владимирович уже сам более подробно расскажет, как это устроено в институте КТ. Спасибо. Добрый день, друзья. Включите, пожалуйста, презентацию. Я как человек академический, извините, с презентацией здесь единственный. Я расскажу о том, как мы можем увязать технопредпринимательство с достигнутыми ранее результатами в другом проекте путешествия студента. Не буду вас пугать страшными словами вальцовщик, рельса балочного цеха, большая часть здесь присутствующих, кроме директоров и отдельных заведующих кафедр, наверняка это не знает. Я здесь отвечаю за вкусняшки, которые вы можете получить в процессе прохождения какого-то проекта. Вначале я расскажу про путешествие студента. У нас в 2020 году было принято решение открыть один интересный проект. Было описано достаточно много мероприятий, их было порядка 80. Смысл его был в том, чтобы привлекать в университет лучших абитуриентов возбуждать в них желание здесь остаться как студенты и предоставить им самые лучшие условия для того чтобы они раскрыли свои навыки и дальше во внешней среде, в том числе и представляли миссис как флаг и возвращались сюда и рассказывали о своем опыте. Тут совершенно разные этапы о том как студент прошу прощения, абитуриент узнает об университете, делает шот-лист для выбора тех или иных вузов, и многое-многое другое. В целом, это нужно для того, чтобы удерживать внимание и интерес студентов в университете к учебному процессу, в том числе неформальными дальнейшими треками. Что было сделано? Ну, вот тут некоторые результаты 2021-2022 года. Для вас, наверное, интереснее мероприятия для студентов. Некоторые вот отмеченные жирным синим шрифтом. Это открытие коворкингов и система перезачетов что здесь имеется в виду. То есть для студентов в качестве факультативной работы открывались коворкинги, где они могли заниматься какими-то проектами, индивидуальными или групповыми. Если они достигали успеха и какой-то бизнес-партнер во внешней среде тем или иным образом подтверждал их успех, то студент мог претендовать на перезачет по той или иной дисциплине из цикла. Ну вот, вот так вот это выглядело по перезачетам. Примерный процесс. Студент подает свое заявление через форму. Форму разработал наш клуб ITEM. Даниил Ефимов здесь идейный лидер, его присутствует. Мы проверяем, что мероприятие соответствует. Ну, например, если он выиграл Олимпиаду по программированию, то нельзя перезачесть по математике. Мы ему предлагаем другой блок для этого и так далее. Каким эффектом для университета и для студентов все это завершилось? Прошу прощения. Дополнительно мы открыли и легитимизировали ряд коворкингов и студенческих объединений, где люди себя прекрасно чувствуют. Ну и в результате вот итоги ITEM, я пользуюсь там, презентацией Даниила Ефимова, где в этой же прекрасной студии, рок-клубе подвели итоги. Там 14 хакатонов выиграли, 18 заняли призовых мест, и объем денежных средств выигранных 2 миллиона. По 2020 году эти активности вообще единичные, в 2021 их примерно в два раза меньше. То есть вы видите итог, каждый год нарастает. То есть как факт студентам такое дело нравится. То есть вы можете выбрать, вы либо сдаете набор лабораторных работ и экзамен ну, в стандартном формате, возможно кому-то он кажется скучноватым, либо вы дерзнете на федеральном уровне доказать, что вы самый лучший тогда, если так происходит, если у вас есть диплом победителя, призера, мы, окей, признаем и легитимизируем это в учебном процессе. Собственно, я здесь отвечаю за легитимизацию, чтобы данный опыт, он не прошел мимо вас, и вам не, вам не нужно было доказывать, что вы не верблюд несколько раз и во внешней среде, и внутри университета. Каким образом это соотносится с технопредпринимательством? По сути, и то, и то то, о чем рассказали коллеги, это и есть технопредпринимательство, только в разных формах. Победа на хакатоне, если вам где-то в правительстве Москвы или там Ростелеком или МТС дал какую-то награду и небольшой денежный приз для допиливания концепции, для ее развития, ну, вообще это аналог технологического заказа с платформы, о котором рассказали коллеги. Что вы имеете здесь? Вы имеете портфолио проектов и там, и там. Вы имеете перезачет и признание ваших результатов в академическом треке, и вы претендуете на тот или иной призовой фонд. Вот я всех агитирую, не стесняться участвовать в различных мероприятиях, хороших и разных, будь то хакатон или техпред от партнера, и пытаться убить нескольких зайцев сразу. Для вас это выгодно по всем статьям. И студентам это нравится, они этим увлечены, это их мотивирует двигаться дальше, а не присутствовать на ряде мероприятий, которые им могут оказаться не по вкусу, не, не то чтобы одни мероприятия хорошие или плохие. У вас появляется выбор такой демократический инструмент. Выберите, что вам больше нравится. Вы можете сдать стандартный курс или попробовать себя в творческой. Да, ну среда не всегда Предполагает, что вы видите все границы, все ходы, но на то она и научная деятельность. Все за вами. Наверное, только в Миссис можно увидеть директора института, который призывает э, воспользоваться возможностью отказаться от лабораторок и всего остального. Андрей, а можно. Безобразие? Я как проректор по образованию счастлив. Да. Я хотела: вот смотрите, у меня нет истории про вальцовщика. И так далее. Но, еще <laughs> все впереди. Я Мы тоже хочу, с да, да, не да. Я, я, я крест на, на себе не ставлю, я всегда к чему-то стремлюсь, и возможно, там тоже потом смогу как-то поучаствовать. Андрей Яключ есть магистратура хорошая, <laughs> я видел. <laughs> я просто хотела в, воспользоваться такой возможностью и тоже хочу сделать призыв уже просто вот как руководители проекта. Я вот с ребятами работаю во время трекинга. И сейчас будет как бы нем, нем, немножечко баек, и как бы сам призыв. Вы наверняка слышали, когда изобретения случались по ошибке. Вы слышали? Поднимите руку, кто? Вот, видите? И смотрите, например, приведу пару примеров. Давайте так. У тебя не было ошибок, да? Нет, нет, нет. Я, я пытаюсь пару этих… Ну, хорошо. Например, суперклей. Кто знает, как был изобретен суперклей? То есть изобретатель пытался сделать прозрачное стекло для оптического прицела. И, ну, к сожалению, у ничего не получалось. Этот материал ни к чему не годился, но он прекрасно ко всему клеился. Это один из примеров. Или был другой изобретатель… Есть пример про огнетушитель. Он, он лучше зайдет. Так. Случайно оказалось пожар возник в лаборатории у ученого была под рукой простите кружка пива в ней было много пены и она закрыла огонь от доступа кислорода это было в миссис вот. судя по контейнеру. или например кардиостимулятор то есть ученый в университете Буффало проводил эксперимент он хотел записывать сердцебиение животных и тут, получается, он неправильно подключил резистор не того размера и подключил в сеть. И после чего услышал, что он издает такие ритмы, похожие на биение сердца человека. Я это к чему? Я всех призываю участвуя в проектах, даже какие-то свои неудачи в гипотезах да, превращать в плюсы. И что поможет это сделать? Только насмотренность, только опыт. То есть нужно понимать, как это приложить на другие задачи. Это именно инженерное мышление. Или, например, случай с пластилином. Его тоже изобрели совершенно случайно. То есть группа ученых, они изготавливали моющее средство для обоев. Потом после Второй мировой войны так случилось, что появились виниловые обои и никто уже не использовал это средство. Совершенно случайно у кого-то выяснилось, что детки в садике используют шпаклевку для этого средства, для изготовления различных фигурок. И оттуда они придумали делать значит, средства для ну, материал для детского творчества. И тут кроме вот насмотренности, понимания, как это можно приложить в другие, то есть вы можете сделать, ну, условно, найти подходы и методы, которые не совсем ваше поле деятельности, но они могут быть полезны в других, и тут как раз опыт, насмотренность и понимание, что востребовано на рынке. То есть если вы зайдете на площадку и даже не увидите близкие к себе кейсы, все равно ознакомьтесь, почитайте. Возможно, к вам кто хочет что-то сказать? <свят> 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 вот. В Возможно, Маме к вам придут какие-то светлые мысли. И тут аспект такой: просто подумайте. Не, вот все рассказывают про вот эти изобретения, которые там ну, по, по ошибке были изобретены. Вот, например, производители пластилина при этом не рассказывают путь, как вот от изобретения идеи они дошли до того, что например, у детей в садах, в школах, в личном пользовании есть пластилин. То есть на самом деле это огромный путь, как это довести до конечного пользователя. И команды в проекте, да, им, конечно, еще далеко, но они уже вначале понимают, как реагирует рынок, что спрашивают заказчики, как они мыслят, они понимают правила, по которым Живет этот мир. Какие запросы и вопросы к ним будут в первую очередь, когда они с каким-то продуктом и решением выйдут? Я прошу прощения, что очень много времени заняла, но пару баек и призыв я прям должна была сделать. Это было весело. Теперь у тебя байки? Да нет, я на самом деле. Можно давай. вот в режиме байка вообще замысел? То есть, вот мы тут говорим: вроде техпред, техпред, но никто не говорит слово стартап. Пич, что-то другое мы говорим. Почему, в чем замысел? Я вообще слышал на заре этого всего, что это вообще где-то вы что-то подглядели, Лев Викторович. Uh, да, подглядели, скопировали из Стэнфорда идею. Там эта идея работает на самом деле. Большинство студенческих команд в Стэнфорде, скажем так, если хорошо развиваются, они могут уже начиная с третьего курса заявить с профессором какой-то проект, и, соответственно, в принципе получают тех самых убитых зайцев. Первое, что у них свободное посещение становится и перезачет. Второе, аламни, которые формируют фонд поддержки в Стэнфорде, могут вкладывать в эти проекты для развития, если они в них верят. Там у них есть такие нетворк вечера по конкретным направлениям, как такие встречи по три минуты, такие случки с потенциальными инвесторами. И неплохо развиваются. Я так как несколько раз был в Стэнфорде по делам разных компаний, в которых работал и по своим, подсмотрел, потому что общаюсь с профессорами из Стэнфорда, и мы действительно эту идею здесь вот как раз и реализовали. Вот. И дополнить ее можно только двумя моментами, про которые мы сейчас не сказали. Первое. Как вы правильно услышали, Сергей Владимирович очень заинтересован в том, чтобы талантливые ребята, которые хотят что-то делать, участвовали как в хакатонах, так и в мероприятиях, проектах по техпреду. Это правда формирует ваш компетентностный задел, и мы с удовольствием, Сергей Владимирович с удовольствием поддержит это потом академическими зачетами, если они будут биться между собой. Это действительно большой плюс, то есть это позволяет вам… Ну, сфокусироваться на проекте. Айконыш готова с вами, я так скажу, ну не нюхать клей, готова вас поддержать в процессе создания нового клея или нового проекта, привлекая все доступные ресурсы, а ресурсов у нас немало. Мы ничего не сказали про деньги. В части денег команды, которые хорошо себя показывают, мы обязательно включаем. Ресурс, который у нас есть, чтобы каким-то образом поддержать финансово, и чтобы действительно у команды была возможность пройти долину смерти а, и сформировать стартап. Потому что... Стартап-проект. Полноценный стартап, компанию, которая, может быть, будет заниматься этим проектом, может быть, другими. А это можно сделать путем представления другим партнерам и заказчикам и первой продажи. Это можно сделать путем предоставления грантов и в зоне нашего влияния есть определенные возможности, и мы, безусловно, стараемся проектам нашим помочь, ну и всегда помогаем. Думаю, проекты, которые с нами работают, это подтвердят. Ну и одна из основных задумок в Стэнфорде большой-большой-большой борт проектов, и 80% это галлюцинации. Мы, когда сли обсуждали это... Один из научных руководителей НЛПшного направления в Стэнфорде обсуждали, он говорит, ну, там, да, это галлюцинации, поэтому мы с ними не занимаемся, потому что они не понимают, что реально нужно производственным компаниям. Я когда это услышал, понял, что мы будем делать похожее, но у нас будет очень важное отличие. У нас здесь, помимо того, что вы можете сами какие-то идеи предложить, есть пич наоборот, когда пичатся они стартапы, это не демо-день, а инвесторы смотрят. А когда заказчик рассказывает, что ему нужно, чтобы вы поняли, насколько это важная задача. И вот этот техзаказ это возможность сделать задачу, которая реально нужна. Не придумывать, что, блин, я сделаю велосипед с тремя педалями, он наверняка кому-то нужен. А просто попробовать сделать конкретную прикладную задачу. А в процессе ее реализации возможно придумать клей. У меня все. Ответил? Вполне. И правильно понимаю, что сегодня мы увидим совсем скоро и ту часть, и светлую, и темную часть тех преда по-месисовски. У нас все светлые. Так не бывает. Я вообще, строго говоря, анонсировал самую короткую дискуссию, поэтому надо уже завершать, мы практически в тайминге. И еще раз, что хочется подчеркнуть, да, мы не говорим про классическую акселерацию, инкубацию проектов, то, что вы могли слышать или там, видели в социальных сетях, как вам реклама постоянно падает. Мы про то, чтобы найти инструмент, рабочий инструмент, чтобы вы как студенты, как коллективы студенческие могли причинять, наносить непоправимую пользу конкретным компаниям. Реагируют на конкретные их задачи. Сегодня и студенческие коллективы поупражняются на предмет того, что, что получилось. И, уважаемые партнеры поупражняются поговорить с университетом на, даже так скажу, до этого может быть, не то чтобы недоступном языке, не рассматриваем залоге. Так это назовут: да, когда можно говорить про гипотезы в гипотезы, которые компании, крупнейшей компании страны, готовы идти вместе студентами, со студентами такого университета, как МИСИС. Но и не только нашего университета. Здесь есть и филиалы наши, и мы в последующем расширение вот этого подхода на другие университеты мы ставим себе цель, без которой это, в принципе, наверное, и смысла не имеет. Нужно междисциплинарные, межуниверситетские все верно. Не фокусироваться все, на металлургии, все. чтобы не быть вальцовщиком. Все верно. И как раз студенты Псковского государственного и Томского государственного участвуют, будут в этом наборе. То есть они смогут подавать заявки. Ну что, приглашаем, чтобы не затягивать. Ну, надо сейчас минутку, наверное, расчистить это дело. От а зачем? вас В первую очередь. Ну, у вас тут дальше. Спикер уважаемый. Да, ты думаешь, надо что-то расчищать? А зачем нам тут сидеть? Мы пошли. Мы, мы быстро все расчистим. А пока приглашаем Бориса Иванова. New Line Engineering. Это, собственно, успешный стартап, который начинался как стартап в университете, а стал успешной компанией. Дальше мы будем ускоряться. Сразу после Бориса у нас будут питчи трех финалистов, то есть трех команд, которые фактически мы считаем наиболее ярко себя проявили в первом потоке с награждениями. Ну и дальше питчи партнеров. Итак, Борис, вам да. слово. Добрый день, коллеги. Можно презентацию вывести на экран? Я сразу начну с нее. Да, спасибо. Меня попросили здесь выступить, рассказать вам историю нашей компании. Мы как раз занимаемся инжинирингом. И когда-то в далеком 2009 году мы с моим партнером закончили Бауманку. Тут можно говорить Бауманку за это, я надеюсь, не побьют. И мы тогда работали в компании, которая занималась продажами станков, и мы решили сделать свою компанию, которая вообще будет что-то новое предложить на рынке, и мы решили заняться инжинирингом. При этом понимания о том, что это такое у нас не было, сами мы были достаточно неопытными, акселераторов и стартапов в то время тоже не было, поэтому, честно скажу, первые два года мы, вот я там сидел на у жены, условно говоря. Вот. И, но продолжая работать, мы стали потихоньку получать первые заказы, и как сейчас помню, наш первый заказ был робот для сварки холодильников, и мы выиграли этот тендер, потому что мы предложили его бы вам удалось купить брусного робота в Германии. Я уговорил главу Кука Россия сделать мне обучение по обслуживанию роботов. Мы в гараже меняли масло и делали его техобслуживание, поставили заказчику, и на самом деле этот робот до сих пор варит эти холодильники. И когда я бываю в магазинах, иногда вижу марку этих холодильников и вспоминаю, чем же мы занимались когда-то давно, в 2011 году. Второй на заказ был КБ Яковлева, он же рекут, сейчас это снова КБ Яковлева. Каким-то чудом, вообще невероятным, дало нам заказ на проектирование производства. Если можно. У меня же есть. О, классно! Вот это наш первый проект 2011. Star, это цех по производству самолетов ИЛ-76, который сейчас производится на этом заводе. Мы такой же цех делали на Якуте. Это на самом деле вообще первый наш проект, за который мы получили тогда очень хорошие деньги, как сейчас помню, 15 миллионов рублей в 2011 году. Это были большие деньги. И это производство, оно построено, оно создано, и оно вот до сих пор работает. А вообще ОАК и все его заводы являются одним из наших основных клиентов в данный момент. Это вот, мы тогда еще делали макеты этих производств, и с тех самых пор мы разделили наш бизнес на несколько направлений. Одно из этих направлений это создание новых производств, новых заводов, новых цехов. И я вам просто покажу несколько картинок: это кузнечно-прессовое производство, это производство ракетных двигателей полностью, на на гамаш, Химки мы создали. Это производство заготовительно-складские комплексы на КТРВ в Королеве, например. Вот все вот эти картинки. Это спроектировано, создано и реализовано нами. Потому что в 2011 году мы занимались только проектированием, и наши обороты были десятки миллионов рублей. Но с тех пор нам удалось накопить некую критическую массу. И сейчас мы занимаемся уже комплексной реализацией вообще проекта целиком. И эти проекты, они, ну, условно миллиард плюс-минус. Каждый из таких проектов, мы их сейчас делаем несколько штук одновременно. И от поставки какого-то оборудования его интеграции мы перешли к изготовлению своего оборудования. Мы делаем свои складские комплексы, свои станки, оснастку, там, системы, чем только мы сейчас не занимаемся в этом направлении. Вот на самом деле достаточно скучно. Расскажу поинтересно. Здесь был очень хороший пример про то, что ошибки иногда ведут к каким-то прорывам. И вот эта вот история нашей ошибки, это 2014 год, четыре робота «Фанук» пытаются собрать авиационную трубу. Это ошибка, которая стоила мне, наверное, миллионов 20-25 в то время. Нам очень хотелось сделать систему для сборки авиационных тупопроводов в самолетах, чтобы вы понимали, гигантское количество труб. Ну, несколько тысяч. Да? Это топливная, гидравлическая система, их огромное количество. И у меня, как у человека, который закончил бауманку, робототехника, конечно, мы решили сделать в лоб и собирать на роботах. Мы достали 4 фунука, поставили их тоже в гараже, позвали весь УАК э, смотреть, как они работают, и, в общем, у нас не купили. Система эта оказалась неудачной, она была очень дорогой, недостаточно точной. Но мы не отчаялись. И полностью переработав вот эту концепцию, мы убрали оттуда роботов. Мы сделали оптическую систему измерения со связью. От оптической системы измерения мы сделали механические стойки. И вот таких систем, которых вы видите на дисплее, мы сейчас продали уже 12 штук, наверное, на сумму ну, уже к миллиарду, подбирается. Каждая стоит там плюс-минус 100 миллионов они достаточно дорогие. И они сейчас стоят, на них собираются тупопроводы для всех двигателей в Сатурне, в Рыбинске, в Люльке, в Ральском заводе гражданской авиации. На них собираются тупопроводы для всех самолетов, ракетных двигателей. И у нас есть мощные амбиции выйти, например, на международный рынок с такими системами. Параллельно мы занимались роботами. И у нас было несколько проектов по внедрению сварочных роботов, но быстро мы поняли, что такая бизнес-модель нас не устраивает, потому что конкуренция на рынке сварочных роботов оказалась очень велика, маржинальность очень низкая. Мы решили вообще переработать всю систему и стали заниматься точной робототехникой разработали технологию, по которой робот может осуществлять точную фрезерную обработку с помощью обратной связи от лазерного трекера. И здесь вы видите один из наших проектов, самый красивый. Вот это вот камера взаимодействия в термоядерном реакторе, которая строится сейчас в Сарове, она уже здесь изготовлена, она уже установлена, сам реактор. И вы видите на ней гигантское количество фланцев, как раз они нужны для установки излучателей, которые должны быть направлены точно в центр. И необходимо было вот в 10-метровой такой алюминиевой сфере ее отфрезеровать вот эти фланцы, с очень большой точностью. И никто за это дело не брался. Ну, задача вообще в принципе казалась нерешаемой. И вот мы разработали вот эту технологию. Вот видите, внизу стоят два больших промышленных робота, это 500-килограммовые куковские роботы, очень большие, и произвели высокоточную обработку. И с тех пор вот это направление высокоточной робототехники, оно у нас достаточно хорошо пошло. Вот это вот, например, наша система для люльки, которая делает разгонный блок фрегат Вот если вы слышали по Луну 25, вот наш блок, он отработал. Uh, тот, который был сделан на нашей системе. а Потом уже посадочный аппарат <свят> не совсем <свят> сработал. Но то, что было сделано на нашем роботе, оно сработало хорошо. Uh, это крупногабаритная обработка деталей. В принципе, сейчас uh, наступил такой период, когда как никогда услуги инженерной какой-то направленности стали чудовищно востребованы. Я, честно говоря, вот 15 лет занимаюсь инжинирингом и никогда не видел, чтобы заказчики крупные, государственные, с такой охотой, с такой настойчивостью были согласны на то, чтобы что-то пробовать новое, требовать что-то новое. Потому что, по сути, мы оказались отрезаны от западных технологий. И раньше ты всегда приходил, тебе говорили, ой, слушайте, ну вот есть классные немцы, а вы кто такие? И приходилось очень долго доказывать, кто же мы такие. А сейчас вы говорят, ребята, если вы можете, то делайте, пожалуйста, делайте, как бы, потому что больше сделать некому. И все авиационные заводы сейчас загружены, какие-то даже частные предприниматели очень сильно загружены. Очень востребованы такие услуги. И мы сейчас на себе это ощущаем, потому что мы уже законтрактованы по робототехнике, по инжинирингу, по созданию новых производств. Ну, какие-то x2, x3 объемы от наших обычных уровней 2019-2020 года. И я вижу чрезвычайное оживление в промышленности. Поэтому я думаю, что сейчас именно для старта какого-то инженерного стартапа очень хорошее время. Все эти услуги могут быть очень востребованы промышленностью. И как будто бы если раньше, чтобы уговорить Иркут, отдать нам, трем ребятам, какой-то заказ на разработку цеха за 15 миллионов, это просто какое-то чудо. Это вот невероятное совпадение совпадение каких-то обстоятельств. То сейчас, когда я общаюсь с Рукутом, там сидят вот их руководство техническое, я вижу, что они вообще на все готовы. Они все хотят, им все нужно, они прямо горят, потому что у них очень много реальных задач. Вот. На этом, собственно, все. Хотел еще сказать, собственно, почему я здесь одна из причин. Если кто-то хочет попробовать себя в стажировке у нас в компании, вот запишите номер, пишите мне в телегу. Мы сейчас очень активно ищем стажеров, руководителей проектов. Спасибо большое, Борис. Давайте похлопаем. Очень интересный доклад, на самом деле. У меня несколько вопросов коротко. Да -да. Сколько сейчас оборот компании? Но оборот ну, несколько миллиардов. Несколько миллиардов. Ну, если группы компаний, у нас несколько компаний. Вот одна занимается роботами, другая новым производством. Ну, от налогов так. уходят, им все так делают. А, вопрос, а, сколько численность людей, и если у кого-то сейчас из команд, которые пойдут на стажировку, а, чтобы они понимали, в какой коллектив они приходят? Ну, около 50 человек в сумме работает. Вот в робототехнике 30, в инжиниринге 20. Обототехники а больше, потому что там очень много вот программистов как раз, технологов, метрологов, таких технических специалистов. В инжиниринге у нас половина состава это руководители проектов, по сути, которые занимаются этим. Вот. А коллектив, да, в принципе, конечно, молодой. И что стало триггером вот этим вот переходом основным, когда вы как стартап начали пытаться развиваться, а потом что-то случилось? И дальше начали расти. Вот когда вы э, почувствовали, что вы уже не стартап, а компания растущая, инженеринговая? Этот момент, когда он произошел? Я его четко помню. когда мы, ну, На самом деле это финансовый момент, абсолютно финансовый, он не инженерный. Нам нужно было делать очередной раз проект. И в очередной раз мы должны были искать какого-то генподрядчика, который бы взял на себя этот проект, мы бы под него когда-то подстроились, получили бы там маленькую долю прибыли. Но было бы круто. Но нам удалось договориться о необходимых банковских гарантиях, там на 100 миллионов под этот проект. И мы, когда вот первый большой проект на 300 миллионов, мы его взяли сами, по сути, получив вот это финансовое обеспечение, которого нам так не хватало. Да, это был 2014 или 2015 год, как да. сейчас помню. Да, то есть после этого, в принципе, уже компания сама напрямую начала работать. Да, и да, Финансовое да, да. плечо появилось. Да, вот я помню такой момент. Понятно. А процессы существенно изменились? Очень. То есть у нас вообще, тут можно много говорить, что нужно сделать, но процессы сейчас и той компании, в которой мы были, конечно, нам вот в том состоянии давать какие-то большие проекты вообще было противопоказано. Мы бы их 100% не сделали никогда. Ну и один такой, скажем так, финальный вопрос. Uh, ребята, которые здесь сидят, ребята, которые посмотрят трансляцию, они сейчас смотрят uh, перечень задач от индустриальных партнеров, ну там не сейчас, а будут смотреть, когда будут готовить заявки. Что скажете им uh, в части, стоит ли в этом участвовать, или может быть они могут уже сейчас придумать какой-то свой бизнес, и им не нужна никакая там история поддержки и понятный техзаказ? Знаете, я думал, я сам смотрел по поводу вот этой программы, мы пока своих задач не выложили, вот хочу послушать, посмотреть, что люди скажут, да, но для меня основная ценность, вот все, чем, что я знаю, на самом деле меня научили и мои партнеры, вот компании, которые делают оборудование, заказчики. И я очень четко вижу, что вот все мои знания, вот это вытягивание на новый уровень молодых компаний, оно производится заказчиками ты начинаешь работать с заказчиками, его бизнес-процессы, если заказчик в этом заинтересован, они как будто бы заставляют тебя делать, они заставляют тебя двигаться, заставляют тебя вытягиваться. И в этом плане вот приобрести такой опыт работы с крупными заказчиками, это ну, очень дорого стоит. Потому что для Мы нас… не сговаривались. Вот, вот, это, вот, вот это нам и дало вот, то понимание масштабов, понимание приоритетов, когда мы первый раз стали работать с Укутомском, яковлева с УАКовскими компаниями. Да, у них там много бюрократии, они очень долго принимают все решения, но в итоге, по итогам с работы с ними, вот мы сейчас, допустим, с частными компаниями, ну, практически не работаем, просто потому что я не могу вот вынести их бизнес-процессов по сравнению с большими какими-то объединениями. Они очень нечеткие. Спасибо. Да, ровно то же самое говорил и я. Здорово, что Борис на это смотрит также. Спасибо вам большое. Так, ну что, начинаем питчи финалистов. Будем мы сцену расчищать? Да, ну значит, сейчас мы чистим сцену и пока приглашаем готовиться к команду made У нас все команды придумали себе название. Ну как, не может же быть команда без названия. Вот. Команда Made и e кейс эко-упаковка для зубной пасты э, совместно с компанией Splat. То есть в интересах компании Splat. Сейчас, собственно, послушаем ребят. Сначала ребята делают небольшой пич, а потом заказчик дает обратную связь, честную, подводим итоги. Ну что ж, девушки, замечательная команда Мейт, начинайте посмелее, давайте поддержим. Добрый день, пока что представлюсь. Меня зовут Зеленова Леонора, я капитан команды Мейт, и мы в рамках студенческого технологического предпринимательства работали совместно с компанией Сплат по разработке экологичной упаковки для зубной пасты. В состав команды также входит Адвахова Дарья, Козик Марина, Островский Сергей и Вознюк Амина, которая более подробно расскажет про инженерное решение нашей разработки. Итак, на данный момент большая часть упаковок в Российской Федерации для зубной пасты является неперерабатываемой. Она это многослойная упаковка, которая состоит из двух слоев полимера и посередине алюминиевый лист. Как раз-таки из-за этой алюминиевой прослойки вся упаковка становится неперерабатываемой. Соответственно, мы должны разработать альтернативное решение, то есть разработать перерабатываемую упаковку для зубной пасты. Основными задачами нашего, нашей работы является выбор моделирования поведения материала тюбика, создание прототипа и отладка готовой конструкции. Первым решением, которое мы предложили, стала жесткая туба. Ну, например, как у шампуня или как крем для рук. Есть, безусловно, определенные как достоинства, так и недостатки. Эта упаковка была сначала разработана из монополимера, но чтобы как раз-таки предотвратить ту жесткость тубы и сложное выдавливание и подачу пасты. Мы решили сделать такую прослойку из биодеградируемого полимера из поликопролактона, но вот незадача его не производит на территории России. Помимо этого, его транспорт плюс себестоимость вообще этого полимера очень высока. Поэтому мы отказались от этого решения и двинулись дальше. Мы решили: а что же будет, если взять просто монополимер и использовать вот такой вот концепт: это а, дозатор-шприц. Это очень классное транспортное решение, такое, которое легко брать как самолет, так, не знаю, каждый день на работу, но объем очень мал. И тут мы вспомнили детство, конфетки, которые нажимаешь на кнопку, открывается поршень, падает конфетка, но только вместо конфетки, например, таблетка. Но не просто таблетка, соответственно, паста в виде таблетки. Это разработка из монополимера, тот же самый механизм, как у подсластителя. Многоразовая конструкция, которую можно дополнительно еще туда внедрять несколько раз, раз различные там, не знаю, вкусовые там, таблетки, разные пасты. Но сама проблема как раз-таки в пасте в виде таблеток, она не подходила заказчику, и мы доработали данный концепт до жидкой пасты, Основным решением стала поршневая такая система. Из, вся конструкция из монополимера. Но мы заметили сразу, очевидно, плохую герметизацию и неконтролируемую подачу пасты. Поэтому, но согласовав вместе с заказчиком данный концепт, мы доработали это до роликовой поршневой системы, о котором в дальнейшем расскажет Амина. Вернемся к материаловической составляющей нашего решения. На данный момент на территории России очень ограничен как производство, так и сортировка, переработка полимеров. Проанализировав весь рынок, наиболее логичным решением как с точки зрения экономики, так и с точки зрения и экологичности, и экономичности стал полиэтилен высокой плотности или полиэтилен низкого давления. Это твердый устойчивый материал, контролируя его различные, используя различные марки или контролируя молекулярный вес данного полимера, можно полностью собрать упаковку с необходимыми нам механическими характеристиками. При этом это останется монополимерная упаковка. Итак, на данном слайде представлен концепт нашего продукта. Это устойчивая, перерабатываемая вертикальная упаковка из монополимера, которая не только удобно и так сильно лежит в руке, удобно перемещать ролик, качественно полностью будет выходить паста буквально до последней капли. Это герметичная упаковка, которую можно также повторно использовать или вставлять различные капсулы, которые может выпускать заказчик либо в каких-то магазинах, которые могут вам продавать эти капсулы, или открывая крышку внизу, можно дозаливать пасту. В дальнейшем расскажет Амина. Да, добрый день. Меня зовут Амина, я расскажу более подробно о инженерной составляющей нашей разработки, нашего концепта. Как вы можете видеть, в результате работы была разработана внешняя составляющая. Вы можете видеть ее на слайде с дизайном в виде волн. Однако стоит отметить, что дизайн может меняться, быть различным, в различных красках и так далее. Это лишь один из вариантов. Как сказала ранее Леонора, он достаточно анатомичный, такую тубу удобно держать в руке. Помимо этого была разработана и внутренняя составляющая механизма выдавливания. Такой механизм очень похож на реечную передачу. Это она по сути и есть, просто немножко адаптирована. Итак, в качестве рейки выступает поршень, в качестве эволюента выступает ролик. Держа такую тубу в руке и вращая ролик, происходит смещение поршня вниз и выдавливание пасты. Таким образом, выдавливание пасты происходит порционно. Данный механизм, конечно, не инновация в, вообще в деталях машины и механизмах передач, однако достаточно инновационный именно в контексте применения стоматологических принадлежностей и туб зубной пасты. Еще раз о том, как это выглядит в разрезе и без разреза. Как я говорила ранее, дизайн вообще в внешнюю вставляющую можно по-разному изготовить, по-разному обыграть. И как вариант, немножко... В мороженое, которое не будет вредно для зубов. Вот так это выглядит. И вот так это выглядит в разрезе. Можете видеть анимацию, как прокручивается ролик и выдвигается поршень. Можно выдвигать пасту, выдавливать пасту как вверх, так и вниз. Стоит отметить, что в процессе разработки объем данной тубы составляет порядка 135 мл. Это достаточно много. Стандартная туба вмещает в себя 75 мл, однако, регулируя размеры внешней составляющей и, собственно, самого механизма можно менять вместимость тубы делать больше, меньше, большого, маленького формата и так далее. Это один из вариантов, как мы смогли обыграть такой механизм. Итак, основными дальнейшими нашими шагами это будет, естественно, доработка проекта, либо поджелание заказчиков, либо проведение в том числе исследований на газопроницаемость, различные физико-химические, физико-механические характеристики, поведение самой тубы и поведение пасты в тубе, что немаловажно. Также мы понимаем, что необходимо провести бизнес-оценку данного решения. И, как ранее сказала Амина, мы планируем написать патент на действительно уникальное решение использования рабочей схемы, рабочего механизма в качестве упаковки для зубной пасты. Мы благодарны за участие в данной платформе были очень рады пообщаться с представителями компании ⁇ Лидером рынка ⁇ Это был, правда, бесценный опыт. Понимание а, на коммерческие решения с точки зрения R&D а, и понимание вообще основ работы для привыполнения технологических заказов. А также хотим сказать большое спасибо Айконыши и Миру за поддержку и, и наставление. Спасибо большое. Слово предоставляется компании заказчику Splat Global. Да, коллеги, всем добрый день. Добрый день еще раз, Элеонора, команда. Ну, какую обратную связь мы хотели дать? Мы действительно смотрели этот документ заранее, обсуждали обратную связь, да, и первое, у меня два, две мысли к аудитории и к вам прежде всего, да. Во-первых, это огромная благодарность, потому что год назад, в ноябре прошлого года, мы анонсировали и пичились как заказчики, рассказывая про себя, про свои проекты, про свои задачи. Их было несколько, да? Год назад мы стояли на этой сцене и не знали Леонору и команду. И вот весь этот год, каждый месяц, регулярно, без остановки, мы были на связи вместе с Леонорой и ее командой. Поэтому здесь огромная вам благодарность. Что называется, буйных в нынешнее время мало. Вот, вот вы попали в, этот ряд, в тот ряд буйных, у которых недюжие упорство, чтобы добежать до конца и очень часто да, бывают случаи, когда не только один процент предпринимателей или стартапов не доживает, по большей части из них не, не доживает не просто потому, что они какие-то плохие, никудышные, да, просто потому, что нет вот этой воли, и эм, азверина в нужной дозе да, не выпивается с ребятами, чтобы просто дожать, добежать до последнего свистка. Поэтому вот до этого свистка вы добежали даже вот на этой длинной дистанции, за что Первая огромная благодарность и действительно наше большое уважение к вам. Вот, я думаю, это достойно аплодисментов. Вот. Ну и второй момент: что дальше, да, здесь как раз коллеги четко подсветили. А что же дальше? То есть, если у потребителя не находит тот или иной стартап отлика, значит он не находит в бизнесе, да, то есть ключевой момент важно, чтобы продукт дошел до потребителя. Потому что иначе бы мы все с вами зря собирались в красивом зале, с красивыми презентациями, и зря работу работали. Да? Поэтому крайне важно, чтобы сейчас действительно проект нашел своего потребителя. Прежде всего, прошел те этапы, которые были озвучены на слайде, прошел финансовую оценку, расчеты, MVP, да, то есть все необходимые тестирования, и дальше он уже приземлился на нужный рынок, на нужного потребителя. Вот, поэтому здесь я хотела бы, чтобы сегодняшняя встреча... Такая публичная встреча была действительно тем спусковым крючком, который вам только придаст это ускорение, дабы вы дальше с еще большим упорством свой проект доработали, да? может быть случился и клей, и пластилин заодно, но точно это для вас прям вот ну, просто первый шаг, который вам позволит сделать свой квантовый скачок в свой проект, в еще больше стартап. Вот. Поэтому мы действительно от себя подготовили, с одной стороны, благодарность. Да, с другой стороны, ну не забывая про сплаты, год, минимум еще год, да, чистится э, средствами для полости рта без остановки. Каждый раз, когда у вас заканчивается, будет доля зверина, поэтому вы сразу идете в ванну и продолжаете это там делать. вот, безусловно, конечно, да, торжественное вручение сертификата. И здесь на самом деле, что называется, как это у нас в современной. Вы мне просто сказали, что у молодого поколения, у, официально называется, Зелениалс, да. Вот вы киваете, а мы с вами уже не там. Мы давно не там, Это да. вот ребята там, да, то есть очень многое в метавселенной происходит, в, в VR и так далее. На самом деле здесь надо представить 150, а не 100. Почему? Потому что мы действительно очень хотим, чтобы вы, ребята, вот те пункты, которые вы проставили, мы вам хотим в этом плане тоже быть полезными, да, поэтому мы вас приглашаем выбрать один из модулей, образовательных модулей, которые компания Сплат и лидеры Разных департаментов, в том числе финансовых департамента, в том числе производственного департамента, ведут. Мы ведем образовательный, образовательный курс. Мы приглашаем вас выбрать один из модулей в этом курсе. Курс называется Действуй как предприниматель в мире и пройти его, прослушать, стать его активными участниками и Надеемся, что это может вам быть очень полезно в разработке, в дальнейшей доработке вашего проекта. Ну и, безусловно, финансовая, финансовая часть для того, чтобы вы сделали MVP, да, для того, чтобы что это топливо в вашем проекте было больше. Не забудьте по поводу курса, он стартует уже в эту субботу, поэтому история прям быстрая. Ноябрь-декабрь мы вас ждем и будем очень рады, если мы станем, что называется, основание рождения нового проекта, новой, новой большой многомиллиардной компании, и чтобы следующее выступление уже было ваше Еще раз искренне вас благодарим Спасибо большое команде Спасибо большое компании Сплат На самом деле я вот да, такой приверженный гедонист И я был бы одним из первых покупателей Я, кстати, как раз пользуюсь Сплатом У меня дома в основном пасты Сплат Но меня вот очень раздражает Вот эти вот недодавленные, разбросанные А у меня еще трое детей то есть я бы взял, вот если бы она была большого объема, и она бы так. У меня бы в ванне был бы порядок. Меня это раздражает, я на них начинаю там немножко наезжать, что, вот, пожалуйста, вот нельзя так оставлять, она неправильно надавлена, а так было бы все красиво. То есть я был бы одним из тех, кто это купил, даже если это будет в два раза дороже рынка. Так что стоит это же не обсудить. Вот. Собственно, все. Благодарим компанию Сплат. Большие молодцы. Спасибо вам большое вы действительно красавцы. Вот, благодарим команду и приглашаем следующую команду. Так, как где моя этот планшеточка? Кто там следующий? Да, я просто не помню, кто следующий по очереди. А следующая команда, так это Optimize получается, совместно с компанией CyberPhysics решение кейса оптимизации режимов работы парка компрессорных станций на подземном хранилище газа. Ну, собственно, приглашаем команду с их питчем. Потом также по стандартной схеме приглашаем партнера. Ребята, оптимизаторы, Go. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня наша команда Optimize представит вам решение проектной задачи оптимизации режимов работы парка компрессорных станций. Наша команда состоит из меня, Лазарева Любови, и моего коллеги Власова Александра. Да, спасибо. Компрессорные установки используются для транспортировки газа с целью повышения давления в газопроводе, при этом расходует часть газа. Этот газ называется топливным, и проблема заключается в том, что каждый компрессор отдельно и каждый компрессор в парке агрегатов работает в рамках рабочих диапазонов, но при этом не в оптимальной зоне для работы с точки зрения рабочих режимов. И нашей целью будет именно уменьшить количество потребляемого топливного газа. Соответственно, решением данной проблемы является разработка программного решения на платформе CyberPhysics, которое должно оптимизировать режимы работы компрессорных установок с целью минимизации расхода топливного газа. Работу мы поделили на несколько этапов. Это первичный анализ данных, статистический анализ, отбор признаков для модели, обучение модели и непосредственно оптимизация. Для начала мы изучили принципы работы компрессорных установок и технологическую схему, Вместе с расположением контроля измерительных приборов, элементов управления и способ воздействия на режим работы. Схема в упрощенном формате представлена на слайде. Предоставленные компании заказчикам данные представляют собой временные ряды показателей, которые были получены с системы СУТП, развернутой на компрессорной станции. Соответственно, целевым параметром для оптимизации является расход топливного газа. В ходе статистического анализа мы посчитали коэффициент корреляции Пирсона каждого признака, который имеется у нас в данных, с целевой переменной. И в качестве порогового значения, для того, чтобы отделить информативные данные от неинформативных, мы взяли порог в 0,8. И с помощью этого порогового значения мы отделили признаки. Из 128 изначальных мы получили 56. Далее уже углубленно изучив техпроцесс, погрузившись в особенности перекачки газа и в принципе работы компрессорных установок, мы из 56 признаков отобрали 20, которые далее использовали при построении модели. Соответственно, на слайде представлена модель, которую мы построили. Она была построена на платформе CyberPhysics. И для ее построения мы использовали нейронные сети, поскольку именно эта архитектура может в полной мере выявить все зависимости между данными. Как видно на слайде, черным выделен датчик, с которого мы получали показания расхода топливного газа, а синим выделена сама модель. Из графика можно сделать вывод, что, в принципе, погрешность построения очень небольшая, и, соответственно, модель является довольно точная. Если быть точнее, то погрешность составила всего 0,1%. На основании модели был построен алгоритм оптимизации по методу градиентного спуска. Результат его работы представлен на слайде. Использование такого алгоритма позволяет снизить потребление топливного газа одной установкой на 2%, что позволит значительно сэкономить расход топливного газа для целого парка агрегатов. Также на слайде представлена таблица с полным списком тегов, используемых для построения модели, и обозначены те из них, на которые мы можем влиять без нарушения технологического процесса. Именно за их счет мы и проводили оптимизацию. Дальнейшими шагами развития данной технологии может стать глобальная оптимизация для двух одинаковых компрессорных установок или же для нескольких установок разного типа и мощности, подключенным по различной схеме, после чего возможна адаптация и внедрение технологии на производство. В ходе работы над проектом мы углубленно изучили газотрубинные установки, ознакомились с техпроцессом перекачки газа, также мы получили опыт работы с реальными данными и навыки работы на платформе CyberStudio. Спасибо за внимание. Мы будем рады ответить на ваши вопросы. Да, ребят, спасибо большое. Вопросы есть. Мы сейчас, наверное, чтобы комплексно еще на вопросы отвечать, и Михаила Гусева сразу пригласим. Михаил Гусев, сооснователь компании CyberPhysics, собственно, как раз партнера, который эту задачу транслировал, и директор по развитию, ну, один из архитекторов, собственно, этой платформы. А вопрос, то, что ребята сделали, в итоге нашло применение, где-то уже вы попилотировали это, внедряете, кому это предлагаете? Скажу честно, это был пилот, такой предварительный, и ребята большие молодцы. Что хотелось бы добавить? На самом деле мы не думали, что вот данная задумка с тех предпринимательством, с тем, чтобы уважаемые студенты могли действительно попытаться решать интересные промышленные задачи, будет успешной. И ребята нам доказали здесь реально ту ту гипотезу, которую мы закладывали, это возможно, ребят. То есть в принципе. Вот, ну, мы постарались создать такую систему, где ребята поработав получили действительно те результаты, которые можно применить на практике. И вот это для нас самое важное. То есть самое важное, что они смогли э, взять инструментарий, смо смогли его изучить, смогли выстроить там реальную модель. Ну, там конкретно была нейросетевая модель, и получить результаты, которые действительно очень важны для наших всех уважаемых заказчиков. Поэтому, ну, надо сказать: вот вы очень нас порадовали. Вы смогли да, действительно дойти до финала, вы до него дошли. И вот в этой связи хотелось бы вручить вам также небольшой подарок. Конечно, его не хватит на развитие стартапа. Давайте поддержим. Но для начала этого достаточно, и я думаю, что тот опыт, который вы получили, он точно вам поможет идти дальше и решать и дальше интересные задачи. Классно. А мы, в свою очередь, говорим, что у ребят действительно неплохой кейс. И я, как один из председателей жюри фонде Бортника, уверен, что вам нужно податься на студенческий стартап. Там точно есть перспектива и как бы… Можно это делать и на платформе Cyber, а может быть в дальнейшем вы какие-то плагины или дополнительно свою платформу придумаете. Вы молодцы, настоящие алмазики миссис. Так что здорово, что вас нашли. Спасибо, ребят. Спасибо всем. Так, и у нас следующая команда. Мы вроде по темпу достаточно неплохо идем. Так, команда Blackout, кейс робот-экскурсовод, робот-манипулятор. Кейс сделан совместно с корфидов Лаб и я так понимаю сегодня за сам алексей корфидов и будет команду в итоге благодарить и отвечать на вопросы и давать обратную связь ну что ж ребят выходите второй микрофон я дам если он нужен не нужен да, да. хорошо давайте удачи давайте поддержим то есть ребята волнуются это первый раз все таки Всем добрый день, меня зовут Настя. Сейчас мне принесут кликер. А, отлично, презентация началась. Я председатель студенческого конструкторского бюро, а также капитан команды Blockout. Со мной ребята, Влад, Маша Полина, наша команда, а также Паша Захаров, Рашид Милонов, Никита Рогов и Артемий Игнатьев. Мы вместе работали над заказом Corfi Lab. Это робот-экскурсовод и робот-манипулятор. Об этом я как раз вам сейчас и расскажу. Можно, пожалуйста, следующий слайд? Или нельзя? Итак. В ходе нашей разработки мы выявили две таких достаточно явных проблемы. Я думаю, что каждый из вас бывал на каких-то выставках, например, Наука 0 ⁇ Конгресс молодых ученых. Да у нас в университете часто проходят различные выставки, Дни открытых дверей, где нам приходится рассказывать большое количество информации. А самое интересное, что это происходит почти целый день. То есть человек, рассказывающий какую-то информацию работает почти 9 часов, рассказывает, и через 2 часа, отвечая десятый раз на один и тот же вопрос, информация начинает искажаться. Ты либо что-то упускаешь, думая, что это, видимо, неинтересно, либо же наоборот приукрашиваешь или начинаешь добавлять что-то другое. То есть пользователь не получает нужное количество информации, и тем самым ну, как бы это становится проблемой. Вот. И второе: многие ученые при разработке своих каких-то инновационных проектов не могут донести до пользователя это интересно как-то замотивировать, рассказать простым языком, потому что они это сделали, они проделали огромную работу, однако как рассказать ребенку о чем-то, иногда возникает вопрос: а как это сделать? И поэтому появилось решение создать робота экскурсовода, который как раз и будет выполнять эти функции, он расскажет интересный материал, он будет взаимодействовать с пользователем, а также ну, как бы, почему робот интересен и в целом является инновационным проектом, так как он модульный, то есть это, он имеет отдельную платформу, трехколесную базу, которая может существовать а, самостоятельно, перемещаться, точно так же взаимодействовать с пользователем, и а, она имеет в дополнительный модуль робот-манипулятор, который как раз-таки и а, демонстрирует какие-то разработки, различные, например, платы, печатные уши, которые у нас существуют в МИСИС. А, так, как он выглядит? Как раз-таки а, ожидаемый конечный результат. В ходе этого проекта у нас было три этапа. Первый из них — это создание прототипа. Вот как раз-таки вы видите а, картинку. Это и есть первый прототип, который уже, который уже собран нами. А, он прошел некоторое количество испытаний. А, да, конечно же, есть какие-то минусы, недоработки, что мы как раз и хотим а, сделать во втором этапе. То есть второй этап заключается в том, чтобы создать уже второй прототип, а, уменьшенная версия кон конструкции. Точно так же он должен лучше взаимодействовать с пользователем. И третий этап — это полноценная отладка робота, чтобы его можно было уже выпустить к пользователю, чтобы можно было, например, на дне открытых дверей МИСИС показать этого робота, чтобы уже он взаимодействовал с абитуриентами. Что было уже сделано? Мы с ребятами провели, во-первых, исследование рынка о том, какие уже существуют роботы-экскурсоводы, поняли, что они не модульные. То есть в нашем случае заказчик может сам придумать или нам сказать, как бы, что нужно поместить сверху этой конструкции. Кому-то нужен робот-манипулятор, а кому-то нужен ездящий телевизор. Ну, как бы у всех свои вкусы, и здесь можно все это реализовать. Мы создали первый прототип как мы его видим. Постараться разработать максимально экономич, экономически выгодного робота. Соответственно, разработали конструкцию, корпус, связали электронику и постарались отладить максимально программную часть этого проекта. Вот несколько видео о работах робота. Так, это, угу. Сейчас, получается, конструкция находится на этапе разработки TRL-4, то есть это готовый прототип, который уже... Прошел некоторые испытания. На первом, на первом видео мы как раз-таки тренируем его скорость, то есть насколько быстро он может ездить, как, выпол... ну, как правильно ездит по траектории и с помощью чего его управлять. Конкретно здесь он управляется с помощью приложения. А на втором видео уже как раз-таки работа робота-манипулятора. А что умеет этот робот? Этот робот умеет автономно передвигаться с помощью лидар по какой-то местности, распознавать препятствия, внезапно возникающие перед роботом с помощью ультразвуковых датчиков, также он умеет взаимодействовать с пользователем то есть, если вы будете с ним разговаривать, он поймет, что вот этот человек, я с ним разговариваю, вы отходите в сторону, он уже вас не видит и не понимает, с кем он разговаривает. Кроме этого, он имеет голосовое сопровождение, вы с ним можете пообщаться. И, конечно же, робот-манипулятор, который будет как раз показывать все экспонаты. В ближайшее время мы планируем, во-первых, выполнить второй прототип робота в рамках как раз-таки гранта Студенческий стартап, который мы получили совсем недавно, создать второй прототип, учесть все недостатки этого прототипа и уже презентовать другим компаниям, кроме Corfid of этого робота, чтобы они могли его внедрять в, свою, ну, в свое производство для демонстрации каких-то своих новых изобретений. Какие компетенции в ходе этого проекта мы получили? Здесь уже было сказано про обучение студентов. Этот проект тоже не обошел нас стороной. На самом деле, проходя какой-то проект, мы сталкиваемся вот лицом к лицу с какой-то проблемой. Да, изучая на парах и на лекциях, можно узнать какой-то материал, но, конечно, мы получаем теоретический материал. А здесь мы можем при при приложить его на конкретном продукте. И теорию внести в практику и получить уже максимальный опыт, знания в очень короткие сроки. Вот, поэтому спасибо большое за предоставленную эту возможность. А, вопросы? Спасибо большое. Э, классный на самом деле проект, правда классный, молодцы большие. Сейчас будет опять тоже, наверное, совместный вопрос. Я тоже попрошу Алексея Карфидова выйти. А нельзя уже сейчас его обучить, чтобы он, например, на управляющий комитет вместо меня ходил? Вот я вот не люблю вот эти все тусовки вот я туда, Я думаю, в ректорат. ближе к второму прототипу робота. Он просто приходил, там Сергей Владимирович ужал руку, говорил, да-да, там. я все передам Льву, слушаю внимательно. Я боюсь, что он, по первости, пережмет руку и просто больно. Значит, ребята большие молодцы, сделали интересную классную работу. Значит, ну там уже как бы до этого несколько раз похвалил, но с учетом в том числе выступление предыдущих хотел сказать один, ну, мне кажется, особо ценный комментарий. Мне и там, ну, как бы нашему конструкторскому бюро было важно, чтобы студенты, создавая вот такое вот новое изделие, не просто его там конструировали и все из серии. Вот там такая прикольная железячка, что-то там умеет делать, там, перемещаться, да? а чтобы они уже сейчас учились проектировать изделия под заданную ограниченную стоимость. Потому что одно дело просто построить как бы, робота, который все это будет уметь делать, но другое дело, если он будет стоить там, по составным частям стоимость, которая будет просто ну, неадекватна для как бы, тех целей, которые есть. Да. И у ребят это получилось не без боли. Ну, то есть были смешные диалоги там, с частью команды, когда, допустим, там, для, не знаю, для какого-то драйвера мотора хотели купить какой-то аппарат тысяч за 100, на вопрос, зачем говорили, но ну, он же прикольный, вот видите, он так может вращать мотор, так может вращать и так, но как бы с пониманием того, что надо подбирать что-то более простое, серийное, дешевое, как бы вот, в общем, мне кажется, у ребят получилось выставить особое, как бы, ну, мышление, которое связывает очень классно техническую часть и финансовую часть, и это им позволило на самом деле в довольно большом количестве других проектов параллельно сделать еще кучу всего интересного. Поэтому, честно, я в восторге. Будем как бы двигаться дальше. Смешные косяки, типа того, что робот пока что не пролезает в обычную дверь. Будем исправлять вместе, как бы, вот, в общем. Но опыт, на самом деле, замечательный и э, здорово, что, как бы, у студентов уже сейчас есть такая вот интересная возможность на каком-то реальном железе подрабатывать какие-то, в общем, свои идеи, получать новые знания, новый опыт. Вот, спасибо вам за всю эту движуху. Спасибо, вот. спасибо большое. Э, тоже маленькие поздравления. Это вот, ну, в общем, вам всем. Да, вообще, что-то или? От команды проекта. Ну что, поблагодарим команду, будем ускоряться, а то мы уже очень затянули. Команда действительно классная, и спасибо еще раз Алексею Карфидову за то, что эту команду поддержал. Так, так или иначе мы наконец-то перешли к питчам партнеров. У нас первым со своим питчем будет выступать Владимир Лещенко. Это отраслевой центр компетенций Росатома, компания внутри Росатома Цифрум, то есть компания интегратор. Итак, Владимир, слушаем вас. Добрый день всем. Я из компании Цифрум. Может быть, кто-то слышал, кто-то нет. Русатом слышали все. Цифрум — это IT-интегратор, занимающийся, занимающийся, цифровой трансформацией всех предприятий. Вот, и вот, по просьбе наших коллег, партнеров, вот, подготовили такой, такую задачку, которая на самом деле в отрасли решается, но недостаточно эффективно. вот Если бы она была решена, то э, мы бы сэкономили очень много э, средств, э, которые можно было бы инвестировать куда-то еще. И пойдет речь о такой скучной составляющей проектной и производственной работе, как техническая документация. Э, Анализ на, на нормативно-технической документации. Все знают, что «Просатом» строит станции. А атомная станция — это не просто бетон, реактор, котлы и куча-куча инфраструктуры. Это еще тонны тех, технической документации, которые не просто пишутся под конкретный объект, а объект станции всегда уникальный из-за… Разности почв, климата, э, из-за разности географии и прочее. А это еще масса нормативных требований, которые дает регулятор. В России это одни требования, в Бангладеш другие требования, в Венгрии третьи требования. И все эти требования, они не статичны, они находятся в динамике. Они, у, они изменяются под воздействием экологов под воздействием нового законодательства, под воздействием каких-то э, даже тех, технологического прогресса, потому что атомная станция, как вы знаете, она строится э, 8-10 лет, еще стоит 100, и, в общем, э, очень большой цикл жизни, а жизнь идет вперед. Соответственно, та задачка, которую я хочу рассказать, и вкратце, это анализ нормативно-технической документации на предмет наличия в этой документации конкретных требований, сравнение и анализа этих требований, которые в технической документации по, вот между собой, то есть вопрос дублирования и пересечения и взаимоисключения этих требований тоже стоит на, на повестке этой задачи, потому что приходит новая итерация документов, которая не совпадает и не э, со, э, и, собственно не соответствует тому, что уже было утверждено. И это необходимо проверять, и это необходимо верифицировать. Сейчас это делают люди, это тысячи человека часов, э, гигантская стоимость этих э, значит этих работ. Вот и, соответственно предлагается попробовать решить эту задачу на примере открытых документов, национальных стандартов, документов разных регуляторов, которые есть в открытом доступе. Я их предоставлю тоже ссылки и посмотреть, насколько мы можем эти требования значит экстрадировать, выкладывать в отдельный информационный объект сравнивать их между собой и выстраивать взаимосвязи. Вот. Соответственно, результатом видится некий такой файл или некая область с файлами, где эти требования были бы вычленены, сравнены вот между собой, индексированы отклонения или соответствия, и, собственно, на документе это было бы видно, что этот требование не соответствует, это требование соответствует, этот документ нужно перестроить и так далее. Вот, соответственно, кто пользователь результатов этого решения? Это прежде всего и значит инженерный блок, это конструкторы, которые занимаются проектированием, для них это крайне важно. Uh, вот и это блок исследователей то есть это научно-технический блок, который занимается новыми разработками и нужно учитывать тот ландшафт научно-технический, который есть. Uh, uh, значит, здесь написаны те детали, которые uh, необходимо учесть, uh, сформировать модель по обработке, значит, выявить отклонения и собственно мы это обсудим на экспертном уровне, насколько это получилось. Еще раз повторюсь, что задачка такая, на первый взгляд, довольно-таки ординарная, но она еще до сих пор не решена в атомной отрасли, и день простоя стройки станции, которые вызывают из-за несоответствия и согласования такого рода документов, составляет много миллионов рублей. То есть экономия на, на этом мы по большому счету делаем очень большой вклад в экономику компании. На этом я заканчиваю. Если есть вопросы, готов на них ответить. Спасибо. Спасибо большое Владимиру. А, ну я думаю, что я просто такой вопрос резюме задам, а вы мне это подтвердите, что мы все правильно поняли. То есть большой объем нормативных документов, стандартов, которые регулируют, в том числе и отрасль, ну и как раз Росатом в первую очередь и, и компании, которые в него входят. Вы хотите, чтобы студенческие команды предложили проекты по извлечению требований внутри этих стандартов, и неважно это генеративные модели на основе там ОПАИ или ламы, или это будут обычные какие-нибудь на тематическом моделировании модели, должна на выходе получиться модель, которая загружает в себя тестовый контур, корпус и выделяет там наборы требований, с которыми дальше могут работать. То есть это основная задача, которая значимо сократит нагрузку на инженеров Росатома. Да, абсолютно верно. Спасибо большое. Наверняка у нас такие команды найдутся, потому что скажем так, как раз у Сергея Владимировича Солодова сейчас есть группы, которые этим непосредственно занимаются. для тех, кто в трансляции, напоминаю, что Центр искусственного интеллекта у нас как раз фокусируется в том числе на задачах НЛП. Если нужны будут в этой части консультации, смело обращайтесь, пишите в чат, мы подберем вам научного наставника и подскажем, куда посмотреть, что делать и так далее. Да, но я могу еще добавить, что решив эту задачку, следующим шагом, то, что я сейчас не, не озвучиваю, но озвучу обязательно будущим партнерам, очень много Задачи прикольных, которые связаны и с knowledge-графами, связаны с интеллектуальным капиталом, и связаны с интеграцией в BIM-модели вот этих вот экстрадированных требований. То есть эта история не локальна. Она дальше масштабируется в большие проекты, которые в Росатоме сейчас реализуются. Так что это только лишь начало. Отлично. Спасибо. Спасибо. Большое. Так, я думаю, что многие уже устали, и мы потихонечку ускоряемся. Значит, следующему мы приглашаем Алексея Козлова, тем лид разработки Департамента анализа данных контента ⁇ Газпром нефть Цифровые решения ⁇ Алексей, прошу. Спасибо, всем добрый день. Меня зовут Алексей, я представляю компанию ⁇ Газпром нефть ЦР ⁇ Наш департамент занимается анализом данных и контента. У нас много разных продуктов, но хотелось бы представить лишь некоторые крупные из них. Один из таких — это корпоративный поиск. Что это такое? По сути, это внутрикорпоративный Яндекс поиск, Google поиск. Второй из таких проектов — это цифровой помощник аналитика. Это сервис, который позволяет отправлять запросы в базы данных на естественном языке. То есть, к примеру, сколько сотрудниц пенсионного возраста устроилось в такую-то компанию после 2018 года. И ну, можно представить, что это достаточно объемный SQL-запрос, а так сервис это выдаст меньше, чем за минуту. И третий проект это NCI. Он помогает нам искать продукты для закупок, по сути, чем-то схож на Яндекс-Маркет. Так, давайте перейдем к самому проекту, который мы предлагаем на реализацию. Это система хранения и поиска данных в векторном виде. В чем же ее актуальность? На данный момент нет открытых решений, которые бы удовлетворяли требованиям продакшн ready проектов. Отсюда вытекает ситуация, когда команды предоставляют свои реализации, которые впоследствии оказываются слабо масштабируемыми и требует доработки для тиражирования. В чем же актуальность еще? Это где применяется вообще векторный поиск? По сути, это поиск любых медиафайлах: видео, звука, картинок, текста и много где еще в разных прикладных местах. И так, перейдем еще дальше. Это что же по сути предстоит делать? И тут внимание, это разработать систему управления базой данных, представленных в векторном виде на основе открытого движка. Звучит тяжко, но можем разложить это по пунктам, и получится, что первым шагом нам нужно разработать крат-функционал для работы с данными, их мета-информации. На втором этапе мы внедряем поисковой движок, и на третьем этапе реализуем интерфейс взаимодействия с этим делом. А какой именно интерфейс, думаю, мы определимся уже в процессе работы. Будет только REST, TAPI, библиотека, CLI и так далее. И на этом у меня все. От себя хочу сказать спасибо за внимание. От нас, как от компании, мы предоставим полное сопровождение на всех этапах разработки. И надеюсь, результатом нашей встречи будет то, что моих коллег станет больше. Еще раз спасибо. Спасибо большое, Алексей. Понятный, интересный инженерный кейс. И да, мы с вами плотно работаем, знаем, что вы делаете. Команда, которая в Газпром нефти собрана, она из немногих в России, которые применяют в продакшене не в принципе, а в корпусе все наработки по NLP. И в итоге доводят это до конечного клиента. На самом деле таких не так уж и много. И поработать с прикладной командой – это ну, на самом деле очень большое счастье. Поэтому, опять же, ребятам рекомендую на этот кейс заявляться. Он понятный, на самом деле достаточно простой в инженерном смысле. Но вы многому научитесь в подходах, в понимании. Это полезно. Если есть вопросы к Алексею, задайте. Но я думаю, что... Уже зададут точно, когда будут заявку подавать. Спасибо большое. Спасибо. Так, и у нас э, завершающий пич. Э, значит, Карбовская Валерия, руководитель направления запроса на внешние инновации. ОДК, Объединенная Двигательная Строительная Корпорация. Добрый день, коллеги. Ну, Во-первых, хотелось бы рассказать про УДК. Уже сегодня несколько раз были отсылки к нашей компании и организациям в целом. ОДК занимается разработкой газотурбинных двигателей, то есть это авиационные двигатели, это морские двигатели, вертолетные, аэрокосмические, газоперекачивающие двигатели. И сейчас перед нами стоит такая система, это создание непосредственно, точнее решение непосредственно наших научно-технологических задач, которые вот мы сейчас отобрали несколько и представим в качестве примера. Если, конечно, среди данных представленных задач вы не найдете какого-то отклика в принципе внутри себя и поймете, что не можете их там, они вам не интересны, но хотите поучаствовать в реальных разработке, которые будут приниматься в нашем производстве вы можете зайти на платформу «Трансфер технологий» над, и там представлено порядком 30 наших запросов на инновации, которыми можно ознакомиться. И, соответственно, по порядку работы мы сможем предоставить дополнительные материалы, потому что здесь мы как представители инновационного блока, которые организуют работу данной системы, в принципе, для, внутри ОДК, и уже если вы отберете какие-то интересные для себя задачи, мы можем свести непосредственно их владельцами для уточнения каких-то технологических характеристик. А, и вот в качестве одного из примеров первая задача – это изготовление пресс-форм для керамических стержней рабочих лопаток, субловых лопаток методом аддитивных технологий. Потенциальным заказчиком у нас является Самарская организация УДК, это ПАО УДК Кузнецов. А, и то есть замена идет, а, это Пресс-формы для э, керамического литья. Э, плановый срок реализации это, соответственно, 2024 год, и объективно это будет применяться в разработке и производстве э, деталей. Э, ключевая проблема, которая перед нами стоит, это сложность механической обработки, это уменьшение, которое нужно, это уменьшение трудозатрат в сравнении с традиционным методом получения пресс-форм. Э, и если прийти уже непосредственно к постановке задачи, которую необходимо сделать, это разработать технологию и решение по изготовлению пресс-форм методом аддитивных технологий, то есть которые не будут уступать по качеству пресс-форм, изготовленным классическим субтрактивным способом. И для этого должны быть решены следующие задачи. Это определенные материалы, технологии, которые будут использоваться для приготовления формы. И просто проработка пресс-формы до необходимой шероховатости и точности. Но при этом еще стоит отметить, что данные формы должны отвечать некоторым технологическим требованиям. То есть это максимальная температура, заливки керамики, это удельная плотность, шероховатость и точность размеров. А, отработана аддитивная технология изготовления пресс-формы с минимальной постотработкой должна быть. А, соответственно, это износостойкость, стоимость во время изготовления формы должна сокращаться и возможность использования решений при изготовлении сложных стержней. А, более точные характеристики уже будут там, уточнены в ходе работы, то есть в ходе отбора самой задачи для проработки. И у нас была еще одна задача. Так, там еще должна быть одна презентация. Это разработка разостойного покрытия, работоспособного по температуре от минус 60 до 200 градусов по Цельсию и технологии его нанесения. А, данная задача у нас является по, потенциальной, ее заказчик это ПАО ДК «Сатурн». А, это потребность главного инженера опытного завода нашего по полимерным композиционным материалам. И точно так же будет использоваться при разработке и потом в дальнейшем производстве авиационных двигателей. То есть главная проблематика это то, что у нас сейчас нет информации о существующих покрытиях, удовлетворяющих данные требования. И для этого и технология, которая должна быть разработана в ходе реализации задачи, это сложнопрофильные, должно применяться в следующих объектах. Это сложнопрофильные детали компрессора низкого давления. Это размерность рассматриваемых объектов до 800 мм. И материал основания — это ПКМ на бисмальмиид-матрице. Исходная информация, которая у нас сейчас на данный момент существует, это то, что должно удовлетворять требованиям ВИАМ, это потому что так как у нас есть определенные требования по сертификации материалов, и в рамках данной задачи должны быть решены целые э, отдельные направления. Это разработка тонкого покрытия, технологии его нанесения. Это отработка самих режимов нанесения на элементарных образцах. Это проведение испытаний, разработка технологии ремонта и формирование требований к техническим характеристикам промышленного оборудования для нанесения покрытия. Это ключевые проблемы, которые необходимо решить в рамках поставленной технологической задачи. Соответственно, это будет с привлечением наших технических специалистов, которые смогут более конкретно и более точно давать э, определенные характеристики и требования, э, и давать какие-то определенные наставления и предоставлять дополнительные материалы для решения задачи. В принципе, у нас все. Спасибо, спасибо. Я хотел два момента, прежде чем несколько вопросов задать, забавных сказать. Знаете, из заявок, которые мы собрали в первый поток и финалистов, никого не было на первом демо-дне, когда питчились. Все почему-то смотрят в итоге это в записи, и все наше мероприятие, и все питчи партнеров, они будут записаны и опять же на платформу выложены, и потом уже команды, соответственно, туда обращаются, смотря что вы хотите, и поэтому очень важно на эти вопросы сейчас ответить. Задача последняя, особенно очень профильная для МИСИС. Я уверен, что у нас и в лаборатории наноматериалов, и там несколько лабораторий целых есть, которые этим занимаются. И ребята от Абрикосова и так далее. Мы потом отдельно скажем им, чтобы они обратили внимание и порекомендовали своим аспирантам и магистрам поучаствовать в этой задачке вопрос ожиданий. Вот вы ожидаете, что они возьмутся и под ключ ее сделают длинным циклом, или вы ожидаете, что все-таки новые подходы, новые идеи, например, по, там, по материалам с определенным требованием температурным, ну здесь в любом случае, что у каждого владельца задачи может быть какой-то свой взгляд на практическое решение, которое они отображают в своем запросе. Но, соответственно, конечно, мы ищем, что это может быть и новый подход, новые идеи, которые могут нам предложить в дальнейшем. То есть тут полет фантазии студентов. Отлично, очень профильные на самом деле для миссии задачи, и вот как раз по вашим задачам не сомневаюсь, что заявок будет много. По айтишным еще сомневаюсь, хотя у нас половина миссии с айтишники, но вот почему-то материаловеды зачастую более активны. Наверное, потому что на IT и так большой спрос на рынке труда. Спасибо большое всем. Мы мероприятие завершаем. Особенно большое спасибо студентам, которые смогли выдержать с самого утра на лекциях, потом сюда еще пришли, наверняка без обеда. Все там ноет, съешьте шоколадку, выпейте воды, вы красавчики. Ждем вас с вашими заявками, обязательно поддержим. Ну что, и всем, кто в трансляции досмотрел до конца, а не только ту часть, которая ему интересна, тоже большой привет. Спасибо, завершаем, ждем вас на конкурсе, который уже через неделю объявим не забывайте про конкурсы, они через неделю будут объявлены. Здесь должен быть QR, вот, но если вы взяли блокнотики, там есть короткий адрес. Можете по нему пройти и через недельку проверить. Поэтому мы вас очень ждем. Если есть какие-то вопросы, тоже нам пишите, мы вам ответим. Поэтому добро пожаловать на тех пред. Второй, второй поток.